сегодня 20 июля, 33 градуса в тени, наконец-то лето пришло, невыносимое жаркое лето. И я подумал, что надо поставить ловушки, несмотря на то, что пчелы уже наловилось, их очень много. Родители и все равно висят куда-нибудь погибнут. Поэтому решил поставить еще одну ловушку на то место, где я как раз второй перелетел. Вот лестница, ловушка. Это вот такое лето белорусское. Конечно, в городе еще жарче. Тут асфальта нету, нечем угреться. Цивилизации тоже нет. Вот, ловушку только принес, а тут уже сидит две пчелы. Именно на прополисе сидят. И вот что интересное. Я удивился, что прилетело пару пчел, а оказывается, вот в чем дело. Эта ловушка стояла на старом месте, где была она до этого. Но две недели назад я сюда ее убрал. И вот там пчелы сидят. Сейчас поднимусь повыше. Я не видел их из-за того, что они были с другой стороны дерева. Но
он слышал жужжание. Так, сейчас лезу на это дерево, чтобы поближе показать цевьё. Вот так они жужжат. Просто каким-то чудом вот они здесь сидели. Я каким-то чудом не дотронулся, еще не схватился руками за этот комок пчел. Вот они. Скорее всего, это старые пчелы вернулись на место, где была ловушка. Ну, обрадовались. Дом появился. Думаю, если новый рой педиции, то не спугнет. Матки ведь своих нету. Вот стержень. Так, вот так эти пчелы заходят обратно в улей и обратно в ловушку. Вероятнее всего, это пчелы, которые слетели обратно на место старой ловушки. Ну, как они здесь 2 недели жили. Еще одно место, где ловушка стоит. Такие поля. Как кукушка слышно. И вот на этом дубе ловушка стоит. Ага, к ней даже тропинка уже протоптана. Как бы там ни было, я пока не буду их трогать, неделю, а то и 2, потому что их сажать некуда. Да, скорее всего, второй очень активно летают. Но здесь пока никого. Прикольно. На одном дереве 2 ловушки.